Андрюша Чов, что такое День Побед? Что такое День Побед? Это праздничный парад. Идут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это девушки на альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.